Всем привет, друзья! С вами Иван Кожи, и сегодня у нас будет обзор новинки. Вот, Лейс рифленый нежный сыр с луком. Ну, знаю, для многих это не новинка, но, в принципе, как бы надо учитывать тот факт, что в Украине данный вкус не продавался. Вот, и сразу, когда он появился, я обозревать его не мог. Приехали, как приехали, вот, и обозреваю, как могу. Так что для меня это действительно будет новинка. Вот, серия рифленый, это продолжение той серии, которую я обозревал в прошлом выпуске. Вот, тогда это был лобстер вкус, сейчас же мы попробуем нежный сыр с луком. Пачка имеет вес 150 грамм, обошлась она мне в 2 белорусских рубля 39 копеек. Вот, сколько это в других валютах, я укажу в титрах. Вот, я не знаю, что еще сказать. Честно, зеленая пачка, у меня, конечно же, ассоциация с моим любимым вкусом. Одним из любимых вкусов классических, это, конечно же, вкус зеленого лука. Вот, но тут как бы нежный сыр с луком. Вот, но я думаю, будет все равно однозначно классно. Радует, что эти чипсы рифленые. Повторяюсь миллионный раз, я обожаю рифленые чипсы. Вот, ну давайте заглянем внутрь и попробуем уже. Ах! Вкус зеленого лучка. То есть только открыл я пачку, сразу раздался запах зеленого лука. Это круто. Вот рифленый чипс. Внешне выглядит обыденно. Желтый такой, желтоватый цвет. Вот, ну и, не знаю, зелени не видно. Хоть и написано, что с луком. Ну, наверное, не с зеленым луком, поэтому зелени на самом чипсе не видно. Вот приправа такая, тоже желтоватая. Вот, видно ее. Практически не видно, кстати, она очень так хорошо сливается с цветом чипса. Ну и давайте, наверное, попробуем уже. Вы знаете, это ремоделинг какой-то. Но честно, вот я сейчас первый чипс съел, я сметаны, прошу прощения, сыра вообще не почувствовал. То есть нежный сыр, он действительно настолько нежный, что ты его, наверное, практически не чувствуешь. Но зато чувствуется вкус зеленого лука. То есть реально вот тот же самый вкус, который используется в классических чипсах зеленый лук, вот он здесь присутствует по самое не хочу. И реально хочу сказать, что я даже очень сильно рад, что не чувствуется вкуса этого нежного сыра. Вот. Ну, возможно, сейчас другой чипс съем и почувствую, но тем не менее. Вот я обожаю вкус зеленого лука, и учитывая, что данный чипс есть рифленый, а зеленый лук, он не рифленый, то, в принципе, как бы получилось очень круто. То есть это мой любимый зеленый лук в рифленом виде. Ну, действительно, действительно очень круто. Я съел два чипса, я, ну, реально не ощущаю вкуса сыра. То есть нежный сыр, ну, может быть, где-то что-то отдаленно когда-то там проскользнет, вот, но реально я чувствую вот только вкус зеленого лука. Никакого нежного сыра. И я реально, меня это не то что устраивает, я просто этому безумно рад, потому что все-таки это один из моих любимых вкусов. Оценку поставлю 5 с плюсом. Реально, зеленый лук, который стал еще, вот, принял вид рифленого чипса, блин, ну это классно для меня чипсы. Я не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь. Вот, то есть я знаю, что зеленый лук — это любимый или классный вкус не для всех. Но честно, я фанатею от этого. То есть из классических чипсов это Лейс — это самый любимый мой вкус зеленый лук. То есть на самые любимые — это крылышки барбекю серии Макс. Вот, но реально тут они в рифленом виде. То есть тот же самый любимый классный вкус. И я просто респектую Лейс. Может быть, мне попалась такая пачка, может быть, в целом в других пачках бы, может быть, там нежный сыр этот чувствовался как-то больше, но не знаю, для меня это идеальная пачка. Не знаю, заточу я, наверное, в первую очередь. Прикольно. Если вы еще не пробовали, то советую попробовать все-таки, рекомендую. Вот, в Украине эти чипсы, к сожалению, не продаются, но в России, в Беларуси они есть, и в других странах СНГ, возможно, они есть тоже. Хотя они появились в продаже достаточно давно, и, наверное, уже все перепробовали. Не знаю, что еще добавить. На этом будем заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, если вы тут впервые. Ставьте лайк, пишите комментарий. Мне приятно будет с вами пообщаться. Вот. И не забывайте делиться видео с друзьями. До новых встреч. Всем пока.